простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестнице шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Нас время учило, живи по походному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. Весь век ты в походе, и только одно отрывает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землей бушует весна? Куда ж мы уходим, когда над землей бушует весна? Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Если каждого советского человека, погибшего в схватке с фашизмом, мы захотели бы почтить минутой молчания, пришлось бы молчать 38 лет. Почему она утонула? Почему она утонула? Я плавать не умею, выплыл. Почему я выплыл? Вот как даст, у нее только колени мелькнули. А я выплыл. Она красивая была, а дед? Липли же все к ней. Красивая. А я посмоленный, прокусанный. Чего она так ко мне? Я ей про цыганку рассказал. Она засмеялась. Потом рукой так провела. Я, говорит, я от воды на тебя заклятие сделаю. Баба, что хочешь, может. Если душой любит, это, брат, сила. Может, она все силы свои отдала, чтоб я жил. Может. Родить хотела. Я, говорит, Ленька, от тебя сколько смогу, столько рожу. Тогда душа успокоится.
Сколько у меня на руках померло, сколько сама убила. А что у нее душа-то неспокойная была? Она же фрисов убивала-то. Да баба детей должна нянчить. Значит, мне теперь воды можно не бояться. Можно, Ленька, можно. А давай шоколад ее съедим. Давай. Иди к кухне, там кашу уже дают. Все доброе. Что тебя трясет, малый? Простудился? Виноват. Ну, одевайся. Пойдем. Пойдем, Ленька. Что там ни было, а каша солдатская, первое дело. Пошли. Там и обсушите. Ну. Нет. Да. Хочешь крамульку для согрева души? Да нет. Не хочу. Дай мне. На. Здесь первый взвод, боец. Тут. Я из штаба дивизии. Где командира найти? Я командир. Приятного аппетита. Спасибо. Слушай, у тебя тут служит такой Дугин. Как он? Воюй. Ты как вообще за ним? Ничего не замечал? Ну ладно, хватит кошки-мышки играть. Дугин это я. Что я должен был за собой заметить? Так. Ну, тогда пару вопросов к вам. Не знаю, в каком вы звании. Старшина. Старшина. Ну, давай, давай вопрос. Только я кашу даем, голодный, как собака. Ешь, ешь. А ты тоже можешь к кухне подойти? У нас каша хорошая сегодня. Да нет, спасибо, я уже позавтракал. Ну, как знаешь. Какого года воюете? 41-го. В каком звании начали? Старший политрук. Однако вы выросли. Такой молодой уже старшина. А как же так лихо от старшего политрука до старшины? А ты знаешь, что в 41-м творилось? Отступали. Время. Да не отступали мы. Ну, не все, конечно, не все. Конечно.
Кто под гусеницы их танков попал, тот, конечно, не убег. 2 месяца был в окружении. Вышел с оружием. Проверка рядовым строй. Под Москвой взвод дали. Потом роту. Потом опять в рядовые. За что? Высоту не взял. Я потом 2 батальона брали, а я должен был роты взять, выбитые наполовину. Но под Сталинградом звание вернули. Под Курском разжаловали. Я одного подонка у себя в отделении пристрелил. Он там в селе женщину мордовал. Жила она, что ли, там с немцем или со старостой, черт его знает. Одним словом, самосуд получился. И каяться не стал. Лейтенант, дай закурить, а мое все вымокло на переправе. Ух ты, Казбек. Довоенным пак. Дальше. А что дальше? Дальше все нормально. Штрафной батальон искупил кровью. Дали отделение. Вот сейчас заменяю взводного. О, биография. Куда ни кинь, отовсюду обиженные. Война, лейтенант. Да. Да, обижаться после победы будем. Да. Ну ладно, хватит. Не строй себя Шерлока Холмса. Спрашивай, что надо. Спокойно, спокойно, старшина. Я еще пока выше по званию. Ну, училище давно кончилось. Недавно. Оно и видно. Ну, давай, давай, спрашивай. У вас есть жена? Есть. Пишет? Нет. Ну, хватит. Скажите, старшина, как могло получиться, что в то время, когда ваша дивизия стояла на формировании, а вы вообще были в госпитале, ваша жена Вера Ивановна Дугина получила похоронку, в которой сообщается, что, цитирую, Дугин Владимир Павлович пал смертью храбрых в боях за Родину и похоронен в братской могиле возле села Зельва. Село-то такое есть? Есть. И братская могила есть. Я вам советую говорить правду. Ну, в общем, так. Похоронка отправлена по моей просьбе. Кто отправлял, не скажу. Бланк украл сам, заполнил сам. Зачем, да? Любовь у меня, понимаете, лейтенант? Любовь. Ну, я встретил одну сестричку в госпитале, и закрутилась у нас с ней. Ну, и думаю, что жена у меня молодая, детей у нас не было. Ну, и разом, чтобы все обрезать. И... Может быть, все проще? Обрезать все разом и к ним пахнуть? Кому это к ним? А вот через ничью землю! Ты, лейтенант... Я курю твою папиросу, ты благодари Бога! А то бы прокатился ты у меня в твоей новенькой гимнастерочке по земле! Хорошо, больше я тебя ни о чем спрашивать не буду! Но ответь, как ты, фронтовик, мог прикрываться чего бы там ни было теми, кто от Москвы до Берлина в братских могилах лежит? Прикрываться их светлой памятью, как ты мог? Сволочь ты.
Старшина, это я тебе не от себя говорю. Ты прав. Я только из училища пороху не нюхал, не мне тебя судить. Это я тебе от своего отца. Он под Минском лежит, кстати, в братской могиле. Это я тебе от твоей жены. От меня не надо, лейтенант. Дай письмо. Извини. Подожди меня в машине, пожалуйста. Я сейчас приду. Есть. Здравствуй, Володя. Здравствуй, Вера. Ты не бойся об этом, никто ничего не знает. Лейтенант, мой друг, никому не скажет, не волнуйся. Я не волнуюсь. Ты даже можешь забрать его себе. Бери, бери. Бери. Пусть тебя не мучает совесть. Я по тебе не плакала. Вот как видишь... Не посидел. Женщина, Володя, беду предчувствует, как звери с землетрясения, особенно те, кто любит. А я тебя люблю. Прочла это и подумала, чушь какая-то, ерунда. И спать легла, а пока не уснула, все шептала, приснись мне, Володька, приснись. И ты мне приснился среди белой черемухи. Мы после свадьбы к маме ездили, было много черемухи, помнишь? Помню. Ты стоишь среди этой черемухи и улыбаешься. А я тебя спрашиваю, ты живой? Ты грустно-грустно так головой кивнул. Живой, ну? А я почему-то спрашиваю, где ты погиб? Ты под куст черемухи показываешь. Под кустом стол, на нем бумага какая-то. Ты это на столе писал? На тумбочке. Я на следующий же день сделала запрос, но вашу дивизию уже расформировали, концов не найти. Ты и это учел. И все-таки я нашла тебя. Иди, Вера. Иди. Прости меня и уходи. Не надо, тебе не надо просить прощения. Тот, кто полюбит и кто разлюбит, одинаково не виноваты. Я только хотела посмотреть тебе в глаза, Володя. Вот и все. Смотри. Кто она? Кто? Женщина. А как зовут? Лидка. Неправда. Если бы она была, ты бы сказал Лида. Ну, просто она еще очень молоденькая. Господи. Иди, Вера, я прошу тебя, уходи. Володя. Ты же любишь меня, Володенька. Володя. Любил. Возьми похоронку, Вера. В ней все правильно. Может быть, тебе что-нибудь написали обо мне? 3 года разлуки, фронт, раненые, искалеченные, покинутые. Всякое бывало, но душа моя чиста, клянусь тебе. Возьми похоронку, Вера. Объясни. В 41-м, когда мы выходили из окружения, измотанные, голодные, кто не мог дальше идти или был ранен, незаметно уходили в лес по одному, чтобы не быть обузой, и там умирали. Вот считай, что и я сошел в этот лес. Ну все, Вера, я тебе больше ничего не могу сказать. Ты не виновата передо мной, я перед тобой. Война! Кончится, проклятая.
выходи замуж. Что? Что ты говоришь? Володь! Володенька, что ты говоришь? Что ты говоришь, Володя? Выходи замуж. Как можно больше нарожай детей. Сколько можешь, столько и роди. Повибивала нас к чертовой матери. А народ должен быть сильным. Кто его знает, может, еще какая беда свалится на наши плечи. Ну, а теперь уходи, Вера. Уходи. Не понимаю. Не понимаю. Успокоишься и поймешь. Старшина! Танки за Косогора по берегу прут! Где? Фердинанда прикрываю! Иди, Вера! Вера, уходи отсюда! Уходи, Вера! Уходи отсюда! Лейтенант! Лейтенант, ну забери же ты ее! Старшина. Старшина, вон старшина и есть. А ведь война кончается. Что делать будем, партизан? Жить. Жить. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Хай, хай, хай! А ну заткни эту шарманку! Давай барахло! Что ты трясешься? Думай быстрее! Иди в санбат, тебе лечиться надо! Дед, я его боюсь. Он когда заводится, у него глаза мутные делаются. Вот.
генерал жил. Генерал, там и вчера... Смотри-ка. Кукла. Ты... А что, генерал-то? Дети, значит, были? Зоська бы не сгорела, трофей бы привез. Дед, а ты после войны куда? Не знаю. Я не знаю. Максю. Слушай, а поедем куда-нибудь вместе, а? А что, мы вот с Лидкой в Сибирь договариваемся. Там лесов, знаешь, зверья всякого. Что, стрелять-то научились? На охоту ходить будем, рыбу ловить. А, дед, ну поедем. Не. Ну что? Не, домой надо, у Максютки. Я своим даже и могилку-то не успел сделать. Не. А я домой не хочу. Я хочу туда, где печей обожженных нет. Где тихо. Тихо. Вольно, вольно. Сам рядовой. Отдыхайте. Ёж твою клюв. Христа. А за что тебя там? За войну. Слушай. Дай, дай померить, а? Да хотя не примеряет, Ленька. Ну? Поздравляю, значит, за то доброе. Спасибо, дед. Ну ты хоть расскажи. Что рассказывать, дед? Ну, вызывать меня к комдиву. Прихожу в штаб дивизии, там шорох. Значит, штаба набросился, в каком виде явился. Гимнастерка, видите ли, не стирана. Ну, захожу к комдиву. А там маршал сидит. Иди ты! Сам. Да. Ну, что ж, говорит, ты, старшина, от награды своей бегаешь. Да. Война, говорю, гоняет, вот и бегаю. Ну, расскажи, как танки палил. Я ему давай про Москву рассказываю. Он говорит, не то. Я про Сталинград. Опять, говорит, не то. Ну, я говорю, тогда по другому адресу ищите другого. А говорит, что ж ты про Курск не рассказываешь? А в Курске-то меня разжаловали, что мне рассказывать? Он говорит, ну ничего, теперь капитаном будешь. Оказывается, мне звание сразу вернули, но тут госпиталь, переформирование, всякая катавасия затерялась. Ну это надо, а? А ты столько в рядовых ходил? А мы все в рядовых. От маршала и до тебя. Ну, добре. Ну, а потом... Потом звезду достает. У меня, ей-богу, у меня просто в глазах потемнело. Я думал, ну, орден, медаль какой, а то вот звезду. Это, говорит, тебе, капитан, и за Москву, и за Сталинград, и за Курск, и за всю войну. За всю войну. Ну, елки зеленые, а? Герой! Слушай, так тебя же сейчас уважать надо. Уважай, уважай! А заодно собирайся, тебя там машина ждет, в штаб дивизии поедешь. А зачем? Как зачем? А может и тебе чего перепадет? А там, понимаешь, телефонист им понадобился, ну и приказали, чтобы вот... Я не поеду. Поедешь, это я тебе сказал, малый. Усек? Ну за что? Ну что я тебе сделал-то? Я же там без вас-то пропаду. Одуванчик, одуванчик, дурень, ты же к начальству ближе будешь, на глазах. Может, и верно тебе какую-то медаль дадут или да лычки не, там. Не хочу я. Если что там, обижать будут. Скажи, в отделении Дугина воевал целый год. Дед, ну ты-то скажи хоть, сколько там той войны-то осталось? Целый же я буду, ну где? Ничего, поезжай, Ленька, поезжай. Давай, давай, собирайся. Да машина, понимаешь, ждет.
На-ка вот тебе шоколадку на дорогу. Не хочу. Бери, бери. Между прочим, за героя-то мог бы и чарочку выставить. Бери, что дают. Ну. Ну и прощаю, гвардеец. Ну, тогда прощайте. Ну, если что какое, где-нибудь малость не того, в лихом не поминайте. Я люблю вас! Люблю! Проводи его, дед. Ну, я амуницию свою забыл. Там у колонки две женщины русские из лагеря немецкого. Изголодавшие, ты их приведи сюда, накорми, что ли, чем-нибудь. Mm-hmm. Одна из них, кажется, это беременная, что ли. Как? Что как? Ну, как баба беременная бывает, ты не догадываешься? А, ну, то ясно. А для пожрать-то найдется что-нибудь? Да найдем что-нибудь, тушенку, там консервы разные. Командир, а малый правду говорит, умогаешь с тебя. Выстрелишь по грамульта. Да и ты пьяница. Меня комдив московской поздравил. О, доброе. Ну, вечерком загляни. На троих раздавим. Трое нас теперь осталось. Ты, Серега, да я. Завтра пополнение пришлю. О, доброе. Слушай, дед, грустно мне что-то смотреть. На тебя ж сердце захочется. А чё? Марья-то все ходит за тобой? Ходит. Слушай, давай я тебя переведу куда-нибудь, а? Да. Чего-то. Лёйка! Лёйка! Ну что ж, будем принимать роту. Еще раз. Солдатик. Чистый, веселый. Антонио называется. Может, слышишь? Да нет, не слыхал. Ну, вы ешьте, ешьте. Это я вам дорогу дам и еще чего-нибудь найду. А тебе вот, ну, молоко. Ну, это сгущенка называется. Ешь. Да вот на, ложкой. Ты ложкой ешь. Веселая деревня над Неманом стоит. Весной паводок. Вода аж до самого порога разливается. И на той стороне широко до самой пущи. Ну, все, погоди. Ну, погоди пока. Давай поговорим, а? Тебя как зовут?
Люська. О, ну вот и давай поговорим, Люська. Ты откуда? Криничанск. О. Городок такой небольшой. О, Криничан, слыхал, слыхал. А сейчас ты из лагеря? Были в лагере. Полгода назад бауэр один забрал. За свиньями смотрели. Беременная я, дядька. Ну, ничего. Дело-то такое. Людей-то поубивало много, родить надо. Надо. И рожу. А то как же. А только, ну давай ешь. Ешь сгущенку-то на сладкое, а тебе надо. Вкус колбасой пахнет. Мы с моим стариком добрые колбасы делаем, до самого лета висят. Отрежь, как свежий. Ну, вы ешьте. Ешьте, только жадничать не надо, а? Это я вам все в дорогу рядам. Там еще что-нибудь соберу. Приезжал бы ты, солдатик, к нам, в Антонио. Дочка у меня выросла. Невеста тебе будет. Деревня наш чист, веселый. У каждой хат по кренице. Ты что такое говоришь-то? Молчи, молчи, дядька. Пусть говорит. Гальку! Гальку ты мою не видел. Бывал из бани придем, она такая распаренная, чистая, свежим молоком пахнет. Как умоется всегда, свежим молоком пахнет. А волосы, в Антонёво ее водяницей зовут, русалка, значит. И я ее на камень ставлю, у нас камень такой возле порога стоит. Потому волосы у нее ниже пят. И как лёд, мягкий-мягкий, я ее на камень ставлю и гребешком, и гребешком. А она аж светится вся, солнце вечерние волоса, ай, светится. Приезжай, солдатик, приезжай. Чё? Чего ты такое говоришь-то? О чем? Да нет у нее никого. Ни Антонёва, ни хаты, ни дочки. В 20-й блок забрали. Блок-то... Блок такой в лагере был. Они там операции учились делать. Опыты разные медицинские. Ну, высоких девчат выбирали. Меня тут в блок забраковали, ростом не вышло. А Гальку ее взяли. Так вот она ходит и кого не встретит, за дочку свою сватает. А тебя-то, тебя-то как зовут? Настя, Настя из Антонёва, а дочку мою, Галь. Приезжай, солдатик, невеста тебе будет, приезжай. А чё, я приеду, только ты, Настя, про Гальку свою никому не рассказывай, а? А я приеду, Гитлер-то мы кончим, а я сразу ты приеду. Мы с Галькой ждать тебя будем, деревня наш чистая, веселая, у каждой хат покренить, приезжай. Ну, давайте-ка, ешьте, ешьте, а ты давай вот хлебом. Перемакай сгущенку тебе можно, коли живот-то не заболел. Вот. Чего, девки, нас не скрутишь, и это перетерпим, переживем. Нас он бьют, а мы жито сеем. Ну, а у тебя кто-нибудь остался? Никого. Расстреляли всех. Мы медикаменты партизанам в лес переправляли. Как они узнали? Совсем уж, что никого, да?
Никого. Жениха со свадьбы в армию забрали. Убили, наверное. Ой, дядька, как они бьют. Ой. Ну, все, забывать надо. Быстрее забудешь, легче жить будет. А тебе надо жить. Он мой. Хоть и от немца. Мой. Ой. Больше сказать-то нечего. Он начал жить без любви, под страхом и бессильными слезами. Но без греха, дядька, без греха. Деревня наша чистая, веселая. Да ты не плачь. Ну, какой там грех-то, а? Какой? Да можно проклинать Бога, Гитлера, войну, весь свет. А его и меня за что же? Нам и так досталось. Господи, что я только не делала. И в холодной воде сидела, чтобы простудиться. С лестницы падала. А он однажды под сердцем так изнутри по животу погладил. Но вот как попросился. Не надо, не виноват я. Пусти меня жить. Я после этого как-то и успокоилась. Я ведь со своим Серегой не нацеловалась. Не успели. Со свадьбы забрали. Я вот только все думала о нем. В душе носила. Во сне видела. И это будет его дитя. Душа меня не осудит. Ни его, ни меня. Люди, пускай. Душа не осудит. Он твой. Он твой. Ты его только никому не отдавай. Заслони его. От всего шайно научи любви, теплу. Научу. Спасибо. Да. Спасибо, дядька. А чего? Спасибо. Пусть тебя пуля минует. Приезжай к нам в Криничанск. А чего? А, ну и можно. Кричи нас, внук! Ой, и небо весной взрывается шпиром! Тетка Настя, вставай скорее! Ну? Надо с бортом книжку, скорее! Пойдем, девки. Ой. Я вас провожу. Далеко-то я не могу, а пойдем. Малость-то провожу. Ой, пошли. Скорее. Пошли. Скорее. Пошли. Вот. 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 Погоди. Вот. Вот еще сгущенка. На, ешь. Тебе надо, она сладкая. Только помалу ешь, а? Спасибо. Помалу. Спасибо. Вот. Пусть тебя пуля минует. Ну. Спасибо. Пойдем. Пусть тебя пуля минует. Серега, ты что ли? Серега, а кто это у нас у роте? Из Кринчанска-то был. Горов? Или Воронин? Я. Ты? А ведь не ты, Серега. Так, что же выходит-то, что, а? Это... Да. Серега, Сергей, догнать надо. Надо догнать.
Сергей, она же детем. А дитя, она же есть дитя. Она же наша воды-то искренне побьет, под нашим солнцем согреется, наших песен наслушается. А наш баб, знаешь, как хорошо поют? Она же и наша будет, Серега. Серега. Сергей. Что? Вот если мне мою Марию вернуть, да? Ну вот, если бы только вернуть, да я... Я бы до могилы перед ней на коленях сходил. Не мы им, а они нам простить должны за ужас, который пережили, за страх, за слезы, за то, что мы убиваем, Сергей, а они ж рожают. Сергей, догони, Серега, Сергей! Догони, Серега, догони! Не могу! Ты чего? Ах, сколько сожжено кругом. Там одни руины. Ну и что? А если и в наших душах то же самое? Давайте, хлопцы, выпьем. Выпьем за победу. Теперь уже можно. Теперь можно. Сегодня-завтра капитуляцию подпишут. Безоговорочную. Будьте живы. Серега, ты чего? Эй. Тихо как. Как в могиле. Тоска. Брось психовать. Все пройдет, Серега. Все пройдет. Лишь бы жить. Ничего не пройдет. Лишь бы жить. А малый-то письмо прислал. О! Да. Ну, а че ж ты молчишь-то? Что пишет? Так это медаль. Дали. Да. И общий привет всем. Ждался. Когда же следующее ожидать? Чего? Войну.
Ай, да ишь бы чуток тихого времени дали. Человеку ведь ничего не надо. Только тихое время. Без войны. Он вам и детей воспитает, и хлебом всех накормит, и песню добрую сложит. И, так, но дайте вы ему это время. Не трогайте вы его. Вот не додумались еще люди, что на земле на всех нас одна душа. Ты че, спятил? Это у тебя, у Гитлера, у Марии твоей одна душа? А при чем здесь Гитлер, Серега? Да не пой здесь, развел демагогию. Как кто? А я никогда никому ничего не прощу. Водка еще есть, капитан? Нет. Хватит. И на всей земле тишина. И как вымерло все. Тихо так сидят. Думают. Сбивают из досок столы во дворе. Пока не накрыли, стучат в домино. Дни в мае длиннее ночей в декабре. И тянется время, но все решено. Вот уже довоенные лампы горят в пол накала. И из окон на пленных глазеет Москва свысока. А где-то солдатика в сердце осколком толкало. А где-то разведчикам надо добыть языка. Не выпита всласть родниковой воды, не куплено впрок обручальных колец, все смыло потоком великой беды, которой приходит конец, наконец. Вот уже расправляют знамена и строят колонны. И булыжник на площади чист, как паркет на балу. А все же на запад идут, идут, идут эшелоны. И над похоронкой заходятся бабы в тылу. Уже расцветают повсюду сады. И землю прогрела, и воду ворва. И будто награды за разные труды. Подушка из свежей травы в головах. Вот уже заиграли трофейные аккордеоны. Вот и клятвы слышны жить в согласии, любви без долгов. И все же на запад идут, идут, идут эшелоны, а нам показалось, уже не осталось врагов. А нам показалось, уже не осталось врагов. А нам показалось, а нам показалось. А нам показалось. А может, мы свадьбу пойдем, что ли? Нет, я не буду. Есть звезды сегодня низкие. Громульку дай. Да нет, я сказал, хватит. Завтра с союзничками встречаемся, чтобы быть во всем параде. Да хоть бы тучи натянуло, что ли. Чего тебе? Не могу, звезды тянут, аж трясет. Может, закурим, а, командир? Давай покурим.
Ах, сеять надо. Земля теплая, важно дышать. Ах, сеять надо. Ты че, опять Марья? Мне показалось, а? Показалось. А нам показалось. Да. Чего не спишь, Лосенко? А, ну давай, давай. Слушаю, Иван Данилович, слушаю. Да нет, все тихо у нас, нормально, спокойно. Снайпер. Ну вот придут завтра американцы, пускай ищут, кого хотят. Ну, хорошо. Мы можем отойти, пускай бомбят, если уж так боятся. Какая ценность? Архитектурная? От нее ни хрена уже не осталось, от этой ценности. Иван Данилович, а мы не ценность. Война кончается. Хорошо. Хорошо. Еще раз проверим. Есть. И в подвал слазим. Хорошо. А я завтра первый взвод возьму. Да, будут все как с иголочки. Есть. Спокойной ночи. Комполка. Американцев, говорит, кто-то напугал. Пока они тут стояли, какой-то снайпер сидел, вроде постреливал. Самолеты хотят прислать, бомбить. Кого? Снайпера. Пусть их бомбят. Нельзя. Архитектурная ценность. Чудно в самом деле. Как, какой вывих на земле, все на нашу голову. Всем мозги должны вправлять. Чингисхану, кайзеру, туркам, Гитлеру. Как проклятие какое на народ. Неделю здесь стояли американцы, а нам теперь ищи этого снайпера. Да, позвони с утра, скажи, что все облазили, никого нет. Да нет, давай проверим на всякий случай. Я роту поднимать не буду, сами проверим. Да. Серега, погляди вон там, а ты где туда сходи. А потом в подвал слазь. Понял. Только смотри, если что, сразу назад. Чего ты? Да, я это, спросить хотел. Про что? Ну, чего ты хотел? Да вот, из головы выскочило. Назад заскочит, просит. Да добре. Сергей! Ну что там? Да никого нет. Что это? Церковь, что ли, какая? Да хрен я знаю. Может, ратуша. Ратуша. Слушай, Сергей, слази-ка наверх, а? Я смотрю, там закоулка всяких, как кротовых нор. Там завалено все. Я лучше в подвал схожу. А вон на улице дерево растет, может, по нему заберем? Можно. Так смотри, я тебе свою голову взаймы не дам. Все будет обгемахт, капитан. Герой.
А я посты проверю на всякий пожар. Ох, и тянет. Светит. Эй, пацан, ты что здесь делаешь? Я тебе говорю, ты что, глухой? Да что за черт? А ну, погоди! Все гуд, все лиц гуд, война капут, Гитлеру твоему трындец, все будет там, Дима. Тебя никто не тронет, ну брось ты винтовочку, ты еще маленький, ты еще дуисклянь, нихт солдат, нихт фашист. Брось винтовочку-то, ну услышишь. Но Дугин не понял, что он не может слышать, и сделал шаг, всего только шаг. Квазимода проклятый в подвале. Вот это! Смотри здесь. Только вы не суетитесь зазря. Его легко взять. Он глухой, не слышит. Ни хрена. Сейчас мы его причащим. Сейчас он нас онемеет навек. Как же это ты, Володя? Ай, пистолет не достал, дурак. Дай-ка я погляжу, куда после, тебя? После, партизан. Иди Сереге, помоги. Только не подлезьте с дуру, как я. Терпи, Володя, терпи. А что же мне еще остается? А мы сейчас. Терпи, Володя, терпи, мы сейчас. Вера. Услышь меня. Я прошу, услышь меня, Вера. Прости меня за эту дурацкую похоронку. Я не виноват перед тобой. Под Курском был ранен, Вера. Ну так. Пустяковина, но ни мужем, ни отцом я уже не смог бы быть никогда.
ни для кого. Я вспомнил про лес. Лес 41-го. И сошел в него. Это все, что мне оставалось. Другого выхода у меня не было. Ты слышишь меня, Вер? Ты слышишь меня, Вера? Ты услышишь меня, Вера? Я про... На взводе был. На, Серега! На, стреляй! Только меня сначала, потом его. Боялся я тебя. А чё я тебя боялся? А теперь смотри. Теперь можно. Говори, пока. Не говори. Прости меня, Люся. Ой, гады, какие гады. Серега,
Серега, а ты поспи. А? Ты усни. Усни. Серега, а я пойду. Я доложу. Оно надо, Серега. Я доложу. Вот ваша душа озябшая отогреется, а многие вспомянут вас добрым словом. Года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецких фашистских захватчиков. Но не слышал наш солдат этой долгожданной вести. Не было у него сил услышать ее. Не видел он и того, как глухонемой немецкий подросток нашел хлеб и жадным крысом ел русский солдатский хлеб. Тебя, Мария, прости нас. Солдат победитель. Рядовой.